вишня 7 килограмм. Сладкая 3 килограмма. Ну вот, из 6 килограмм вишни я сварила 3. Больше не умещается. Следующие 3 сварю попозже. Здесь у меня они варились, они с косточкой. И варились они у меня 2 раза по 20 минут. Когда остынут сегодня, буду заливать в банки. И вот результат. Получилось у меня 8 баночек. 2, 4, 6, 8. 8 баночек вишни. Варилась она по 20 минут 2 раза. Вкуснятина. Прелесть. А цвет какой. Цвет прелесть. Вот такой цвет получился. Красивый. Сейчас он еще жидкий. А потом он загустеет. Еще горячая банка загустеет. Потому что 2 раза варилась. Прелесть. Вот эта красота у меня за окном. Котик стоит. И желтая птичка. У меня здесь 3 килограмма вишни. 3 я сварила. Вот они, банки стоят уже. И еще 3. Эту ягоду я буду варить в сиропе. Сейчас в кастрюлю высыплю 3 килограмма сахара. Вот таких 3 килограмма сахара. Кастрюлю засыпала сахар 3 килограмма и 0,5 литра воды заливаем. И буду варить сироп. Когда он сварится, я засыплю 3 килограмма вишни. Сироп закипел. Красивый такой. И сюда засыплю 3 килограмма вишни. Сахара здесь тоже 3 килограмма. И пусть сутки стоит. Замокает, намокает, сладости набирает. Вот такая красота. Будет стоять сутки почти и впитывать сироп. Посмотрим, что получится. Горячий сироп. Я пальчик сожгла. Надо же где-то так сюда капнула. Больно, больно. Потому что сироп очень горячий. Вот перемешаю. Все. Вишня очень сладкая. И очень темная. На видео так не показывает. Вот ее цвет настоящий. Но она еще темнее. Красавица. Даже не знаю, что получится. Но пусть впитывает сироп. Может, целенькая будет, не лопнет. Я с косточками всегда варю. Ничего страшного. Супер вкусно.